Срубили по-крупному. Силами полиции и регионального ФСБ пресечена противоправная деятельность группы граждан в сфере лесопользования. Факт незаконной рубки был зафиксирован в Заволжском районе. Под топор дровосеков-нелегалов попали преимущественно хвойные деревья. Ущерб превысил 2,5 миллиона рублей. По подозрению в совершении данного преступления задержаны 5 человек. По нашей информации, один из них – ивановский предприниматель Дмитрий Сиганов. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц с причинением особо крупного ущерба. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. По месту жительства задержанных и в офисах проведены обыски. Фигуранты находятся в изоляторе временного содержания.